Всех приветствую, друзья, рыбаки, рыбачки. Ну что, Петрович так все и сидит на остроге. Вот что-то пока палки были тут закинуты, так как бы я там и там. Что-то клюнуло такое, тащу недавно. Ну не знаю, может быть трофей опять, фиг знает. Будем посмотреть, да. Клев такое себе, не особо, но все равно. Бывает нормально, как-то раз поклюет, бывает не особо. Палки так, считая, молчат. Но сегодня уже Петрович одного взял на 23 килограмма. Я думаю, ну я видосик скидывал до этого. Вот. Не знаю, сейчас посмотрю, что по здоровью приболел. Может сейчас попозже запустим стримчик. Попробуем еще постримить на трово. Будем посмотреть, в общем. Если сейчас трофей, то ну, придется стрим как-то запускать. Не знаю. Ну, на Амура не похоже, потому что... Может, Амур, но не трофейный. Трофей бы дал бы тут, наверное, жару на месте не стоял бы. Бегал бы тут вокруг этого острова. Туда-сюда, туда-сюда, ё-моё. Не знаю даже. Ну, будем надеяться, а вдруг? А так, в принципе, и карп трофейный, и то неплохо будет. Чё, трофеи – это хорошо. Сейчас светлеть начинает. Утро, утро раннее, ё-моё. Сейчас жор пойдет. Тырин-тырин, колокольчики, вон, бубенчики. Ну, чё там, кто там? Амурчик, походу, но не трофейный. Вот и все дела. Вот кто там. Давай, 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 давай уже. Вылазь, вылазь, вылазь. Сейчас по красоте сделаем еще. Обана, обана. Утро в пруду. Походу, дождик будет, наверное. Что-то как-то... Так, все затянуто, хотя это не точно. Кто там? Карп опять, опять трофейный, ё-моё. Опять трофейный корчуганчик. Ну что, тоже хорошо, вторая штука за сегодня уже у Петровича. Нормально, нормально, поросёночком она такой, ага. Херакс. 20 килограмм. Пойдет? А чё нет? К трофею рады мы всегда. Садок его. Бубеним. Так, куда-то. А, на что ловил? Клепса 17 на этом месте. Сборка вот такая. Прикормочка. Вот такая. У меня тут там... Такая, на это ловлю, на то и на то ловлю. Короче, все подряд там забубенено. Но тут увидели, да, на что, если что. Клюет не особо часто, но под фильмец посидеть можно там. Я в надежде амура или черного, или белого по барабану. У Петровича нет трофейных амуров тут. Ну, сейчас эту кильку вытащим, чтобы она там не клевала, ага. Тоже амурчик. Тоже амурчик или амурчик. Ой, амурчик, карп, ё-моё. Уже все, уже заговариваюсь. Короче, сидеть можно. Под фильмец. И потихонечку ловить трофейчиков, да. Как и делает Петрович. Че, надо будет стрим скоро запускать, наверное. Ну, как подготовлюсь, так сразу запущу. Клепса 17-я, кстати. Так, тут у нас чего? Погоди, Петрович. Тут на это ловлю сегодня, на эту сборку тоже была поклевка. Петров. Так, тут показывал на что. Тут бубень, бубень.
Такое, в общем, дело, да. Все, давайте, друзья, всем огромное спасибо, кто посмотрит, лайкосики прожмет там туда-сюда, как всегда, да. Трофеев вам садок, синих желательно, да, вот так, маленьких-то не надо особо, синих, вот, да, ух, да, побольше, побольше. Давайте, друзья, всем удачки, до скорых встреч, надолго не прощаемся.